Раз, раз. А ну не вставать, сынки! Не вставать! И тише, тише! Это вам не какой-нибудь Диснейленд. Это японский сектор. Вот тебе японский сектор. Питер, Питер, у меня работает микрофон. А это работает? Да. Ну, какой ты японский сектор. Да я в номер найти такого натворил. Такого натворил. Что мне какая-то японская рисовка? А что страшного такого в японском секторе, а? Да тут может быть такое. За каждым углом вас ждет. Кто? Кто? Да кто угодно! Будь то бедный ниндзя-трансформер, или же одичавший теневой клон Наруто, а или же что? Хентайный монстр. Или же хуже всего одичавший покемон. Потому что у меня вместо руки крюк был. Ну, а теперь же мы в аниме. И у меня вместо руки тетрадь смерти. Спрашивайте, Ватя, а как ты говоришь, твое имя правильно пишется? Фея Диди или как? Тинкербелл через Кирилл. Эй, Кирилл, престарел ты, самурай без катаны. Ну-ка полегче. А то я сейчас как открою чакру. А я сейчас как открою тетрадь. И покажу тебе. И напишу твое имя. А ну-ка, тихо! Вы это видели? Нет. Это был? Был? А я вам что говорю? Я вас до добра всех не доведу. Это хорошо, если мы попали в кавай какой-нибудь. А могли ведь попасть и в ужасы. Хентай. Лучше знать. Питер, что такое этот ужасный фан-сервис? Ну, понимаешь, Дина, вот посмотри в зал. Видишь всех этих людей в зале? Видишь их сияющие, восторженные лица, их глаза, в которых так и застыло ожидание. Ты думаешь, что они все желают тебе добра? А на самом деле, они все хотят только увидеть твои панцу. Но без фан-сервиса нам этот жуткий японский сектор не пройти. Ты прав, мальчишка, Пэр. Но что же будем делать? У нас есть два выхода. Либо панцу, либо любовная сцена. С тобой, щенок? А? Да ни за что! Ну да, убедили. Откуда ты знаешь? Ну что же будем тогда делать? Остается только романтика. О, чистая! Начинаем. Почему не тренер? Мальчишка Бэ.
тебе никогда меня не понять. У тебя есть фея, мальчишки, индейцы, а у меня никого нет. Даже загудал покемон. А как же крокодил? Это была ошибка. Зачем тебе какой-то непонятный покемон? У тебя ведь есть я. А как же фея? А что фея? Она мне не указ. И потом, Гет сейчас не очень популярен. А что теперь, целоваться? Я тут страшно.